О, всем привет! 1 мая мы выбрались с ребятами на природоньку. Ребята, отлично все. Вопрос к тебе, человеку, у которого... Ай, бля! Да что ж такое? Два технических образования. Что вот это такое? А ну-ка, рассказывай мне. Доставай, смотри. Кожа, кожа. Жопа дракона. Блин. Открывашка. Угу. Закрывашка. Типа пила. Это тоже типа открывашка, только по-другому. Это типа нож. Вот этот компас мне не понятен. Компас. Компас. А это ж. Это типа гаечный. Шестигранничный, типа. А теперь смотри, давай я вот хочу, чтобы ты ее испытал, открыл и консерву. Я специально консерву купил. Видишь консервный нож? Вот он. Да, протыкается и шняжится. А ну давай. Протыкается и шняжится. Да. Да. А я таким открыл. Ну, это типа понял, короче. Ты имеешь в виду так? Уже. Ты имеешь в виду. Да, вот этим протыкается, да, да, да. И вот этой штукой во внешнюю сторону. Консерва. Почему вы меня так много мог? Во внешнюю, чувак. Не-не-не-не-не, немножко не так делаешь. Вот так вот. И назад. Назад? А, вот это типа длинная херня. Да, вперед. Да, 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 да. Ну, в общем, да, вперед. Она потекла, малой. Так. Ты уверен, что ты много денег за эту хрень заплатил, чувак? Нет, конечно. Это карточка выживальщика. Вот представь, что ты с ней оказался типа в лесу. Не, ну вскрыть можно, конечно, базара ноль. Ну не совсем удобно, да? Ну да. Вскрыть и зубами можно, только потом долго лечить. Да нет, ты каждый раз ее по новой не протыкал, ты не протыкай, ты тащи ее просто вперед, не? Попробуй, тебе понравится. Ну, короче, как открывалка, но... Дерьмо. Ну, давай все-таки довершим, начатое. Может, неправильно открывание? Вот так. Да нет, вроде правильно, но только так она вообще отказывается. Она гнет банку в тупую. Ну, именно карточка выживальщика, ты бы умер. Но линейка очень полезная для выживания. Ну, согласен. И шестигранники. Самое тоже полезное это компас, чувак. Линейка, чтобы мерить, не стал ли он меньше за время голодов? Компас? Да. Компас, да. Твой компас не стал ли меньше за время выживания? Ну, короче, в принципе... Ну, в принципе, да, уже можно открывать. Можно открывать. Так, это не все. Сейчас мы попробуем что-то отпилить. Сейчас попробуем, той пилой. Можно я не буду? Филя. Так, сейчас мы пробуем. Сейчас я протру. Подожди, чтобы просто компас не промок. Да, он плохо залипнет, стрелочка не будет крутить. А, это так. Да, а ну, Филя, держи. Поставь пиво. Мы забыли шампура. Да. Давай самую. Конечно, мне просто интересно, вот понимаешь, такой пилой, мне кажется, то, что можно и отпилить, то можно сломать руками. Или я ошибаюсь? Ну, ногти можно. Можно сломать руки. Пока так, ты не а ну-ка, выбираем веточку. Ногти. Выбираем веточку. Какую? Самую какую-нибудь. Крепкую, большую, а давай какую-нибудь, да. Вот, смотри, вот эту вот пилина. Вот эту толстую. Тебе нужны шампура. Давай вот эту толстую, сильную веточку. Просто вообще это реально, как бы, ну. Она пилит? Да, она что-то пилит. Что-то пилит. Страшно, ой, тяжело, еще можно порезаться открывашкой, но она что-то... А, компас, надо пальцы компас... не суй. Подожди, подожди, просто тут нужно же... Нет, не так, а вот так. Компас поломай. Ничего. Ну, то есть, Асламбек. Асламбек его придумал. Сломать, понимаешь, настоящий выживальщик не будет это ломать, он будет это пилить. Да, мы деревья не ломаем. Да, потому что мы же что, мы же выживальщики. Сил у нас ломать нет, но есть силы пилить 3 часа. Все нормально. Это еще не все. Сейчас я вас заставлю может, подожди, по компасу может... отсюда выйти. Проще открывашка его вот сломать вот так вот, понял? О, вот, отлично. Зачем открывашка? А теперь смотри, банки. Блин, она колючая, ну ладно. А, вот ты можешь специальный... вот, да, вот этим ножичком, а, даже вот колючки можно пообрывать, ну интересно. О, то есть пальцы их обломать. А. Так. Очень нужно. Очень. Надо брать. Так.
Так. Может быть вот так даже? Может быть, полностью да, да, даже так. Нам еще раз выходить отсюда, чувак. Вот тут еще вверху колючка осталась здесь. Да. Вот, это, кстати, а прореже его вот здесь вот. Но там есть. Наверное, видишь, стоп, стой. Вот есть это? Типа ножик. Вот, да, да. Что-то режет? Кому-то плохо. У тебя там нету аптечки в этом ножике. Не. О, а теперь смотри, ну это мы сейчас долго делать не будем, а просто попробуем. Ну да. Зачистить, короче. А ну вот подержи. Этим ножиком? Да. Да, 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 да. Получится? Не-не-не, ну ты ж мне сейчас руки порежешь. Да не, ну я же аккуратно. Это, по-моему, самое полезное. Вот, вот да, вот этим. А ну-ка. Кошку, если почистить там. Только нету лопаты, чтобы ее посадить. Нету лопаты, нету такой карточки только с лопатой. Есть же компас, чтобы найти, где она растет. Да. Какие проблемы? Где растет лопата. И да. Пила, чтобы подпилить забор соседей. Да. Там, где она растет. Бля. Все гуманно и культурно. Ну, в общем, мы 1 мая на природе делаем шампур и выживаем, открываем консервы с помощью карточки выживальщика китайской, не побоюсь этого слова. Так. Ну, смотри, что-то получается. Да, очень даже неплохо. Если, кстати, вот ножа нет, то... То, кстати, даже ничего. Ну, тут можно помочь себе немножко, так сказать, все-таки другими частями тела. Или теми же. Нельзя. Пользуйся только карточкой. Пользуйся только ножом. Ты продвинутый юзер, у тебя есть карточка. Интересно, кредитка, ну, да, кредитка принципе, так можно сделать? Банкомат, принципе, она к банкомату подходит? Ну, думаю, ей можно банкомат вскрыть просто, как консерву. Ага. Я вот говорю, что, в принципе, знаешь, ну, она для города, как бы, блядь, не нужна, на самом деле. Ну, если вдруг ты... Можно, она вообще не нужна. Можно я скажу, что она вообще не нужна? Вдруг ты оказался... Что? Погнал занозу? Консерв, но пиво ей открывать можно. Не, ну, пиво, да. Это главная функция. Так, ладно. А потом что ты хочешь делать? Не просто, знаю. Просто, а ты можешь с помощью ножа, короче, отрезать эту ветку? Ну, типа, как бы зачистить ее, да. Как? Ну, просто отрезать. Вот так? Ну, поперек. Нет, да, лучше пилой. Нет, пили. Пилой. Давай, сейчас. Пили. Вот это ненужное все заберу. Длину приблизительно прикинь. Ну, я вот. Ну, нет, вот, нет, вот так. Ну, давай. Или... Колючки. Давай еще дальше. Поломать нельзя было. Не. Мы... О! Да, тихо, ты что поломал-то, блин? А теперь заточить. Заточить, можно да. Было мясик-то насунуть. Вот, да. Заточить, ну не знаю. Ободрать, да, заточить. Не, ну чисто теоретически можно и... И заточить, если уж очень нужно. Если очень хочется что-то. Если очень хочется что-то заточить. Ну вот представляешь, ты поехал куда-то на природу в компании. Нет. Таких, знаешь, короче. Если ты хочешь есть шашлык завтра, где сегодня. Где одни такие, ну короче. Дебилы. Да, и у тебя единственное, то есть ножик забыли взять, там что еще, открывалку забыли взять, все забыли взять, а ты и вдруг у тебя... кроме консерв ничего не да, взяли. Да, кроме консерв ничего не взяли, а у тебя вдруг в кошельке оказалась вот такая хрень. Ты будешь там вообще, короче. Бог. Да, тебе каждая даст, наверное, потом. Ну вот так дальше точить не буду, потому что оно... Не, понял. Хорошо. Полое внутри. Хорошо, спасибо. Ну, вот так вот, карточка выживальщика. А теперь я и попробую ямку выкопать. Так. Конечно, я сейчас не по назначению использую. Но тем не менее, углубляем ямку для мангала. Вот. Тоже получилось.
Ну, в принципе, если был бы какой-нибудь велосипед или что-нибудь еще, мы бы попробовали что-нибудь открутить. Но, в общем, вот такой вот первомайский прикол с карточкой вызывальщика. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. С вами был еще разок. Пока.